Рязанский областной театр «Кукол» – один из ведущих театров нашей страны. Он неоднократно был отмечен государственными наградами: «Золотая маска», «Орликин», премия правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики, премия правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Этой весной персональной наградой отметили директора Рязанского театра «Кукол» Константина Кириллова. Он стал лауреатом премии президента РФ за вклад в развитие отечественного театрального искусства. В своем благодарственном слове Константин Кириллов подчеркнул, что считает награду заслугой всего коллектива. Сегодняшний репертуар труппы нашего театра как раз-таки и демонстрирует то, что артист-кукольник, он универсальный артист. Наши артисты прекрасно двигаются, наши артисты прекрасно поют, играют на всевозможных музыкальных инструментах, работают прекрасно как артисты в живом плане, но и обладают самым волшебным и замечательным качеством среди всех артистов. Они могут оживить неживое. Театр, наверное, это самая живая история, самая энергетически емкая, потому что, еще раз хочу сказать то, с чего я начал, театр – это здесь и сейчас. Константин Кириллов служит в театре больше 20 лет. Сейчас с улыбкой вспоминает свое первое знакомство с этим местом. По словам коллег, театр сильно преобразился под его руководством, и этот период можно по праву назвать настоящим рязанским ренессансом. Мы технически среди кукольников лучше всех оснащены, и для театра кукол, где форма имеет большое значение, это важно. У нас значительно обновился репертуар, к нам приезжают лучшие режиссеры, которые ставят и в Москве, и в Питере, и ставили за границами нашего государства. У нас молодая труппа, что тоже очень важно, потому что все-таки молодость – это и очарование, и сила, и энергия. И я думаю, что важно также обратить внимание на то, что в последние годы театр заметили на самом высоком уровне. Большую часть денежного вознаграждения Константин Кириллов вложит в искусство. У руководителя есть давняя идея проекта – спектакль под названием «Сказание о граде Рязанском». Его постановкой займутся уже в следующем году. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».